Лучший гонщик 2004 года Алексей Васильев выиграл гонку на Кубок президента Российской автомобильной федерации. Василий финишировал первым в 5 заездах из 6. В заключительном заезде победу одержал его коллега по команде Сергей Любченко. Он набрал 28 очков и занял в итоге 2-е место. Любченко уступил победителю всего 1 очко. Замкнул тройку призеров чемпион России 2008 года по кольцевым и трековым гонкам победитель серии RTTC Алексей Дудукало.